Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Во время одной из очень неловких ситуаций эта журналистка упала в воду на глазах у всех зрителей, и спасатели помогли ей выбраться из воды. Эта женщина чувствовала себя очень неловко после того, как в прямом эфире появилась в этой одежде перед камерой, а затем упала в море. Этот журналист делал этот репортаж, но внезапно очень неловко упал на пол. Этот человек, переодетый в этот костюм, упал на пол на глазах у всех зрителей. Эти люди проходили перед этим журналистом, и среди них был человек, который надел на свою спину эту странную штуку. Из-за сильного ветра зонт упал на этого ведущего. Вот как действовал этот человек, чтобы показать, как в этом лесу двигался медведь. У этого фокусника загорелся рот перед всеми присутствующими, что заставило его чувствовать себя очень неловко. Одна из очень неловких ситуаций, в которую из-за этой одежды попала эта ведущая во время съемок этого репортажа. Этот ведущий вел себя очень странно из-за проблемы с обувью, и именно это заставило его появиться перед камерой в таком виде. Эта ведущая была смущена этой штукой, которая появилась перед ней на экране, и поэтому она так смеется. Эта женщина упала на пол студии, так что сильно смутилась. Эта женщина вот так танцевала перед этим ведущим, и поэтому он стоял в изумлении. В очень смешной сцене, когда камера приблизилась к этой корове, корова вот так коснулась экрана камеры своим языком. В очень странной сцене этот человек выпил воду, которая была в этом горшке с цветами, что вызвало у него сильное смущение на камеру. Этот мяч попал в этого человека, и это была его реакция и реакция людей рядом с ним. Этот шар попал на камеру в момент прямого эфира. Эта девушка испытала сильный страх после того, как этот солдат подошел к ней и поднял на нее оружие. Этот мяч бросили, и в очень неловкой сцене, снятой на камеру, он попал в этого ведущего. Кто-то дал кофту этой ведущей, когда она была в прямом эфире. Вот как эти парни вели себя с этим ведущим перед камерой. Журналист Южноафриканской вещательной корпорации вместе со своей командой был ограблен 4 ворами во время прямого репортажа из Йоханнесбурга. Этот диктор вел себя с этой девушкой так, что вызвал у нее сильное смущение. Куратор сада представляла супер редкое растение, а потом... Он, вероятно, не ожидал, что посреди репортажа его втянут в снежный бой. Никогда не делайте такие вещи, когда на вас платье. Это прямая трансляция с торжественного открытия ледового катка. Надеемся, с ним все будет в порядке. Грузовик снес финишную линию гонки, поэтому конец забега для бегунов будет довольно проблемным. Гости, кажется, весьма настороженно относятся к выходкам Элен. Но помните, это ее шоу. Эти трое парней нашли причину, чтобы оказаться на улице в разгар урагана.
Готовка, очевидно, не была сильной стороной этой девушки. Смотрите, она даже подожгла сырные закуски. Быть репортером нелегко, особенно когда ведешь прямую трансляцию с места событий. Какая плохая собака! Парик может помочь вам сиять, но он также может поставить вас в неловкую ситуацию, как в этом случае. Что может быть более неловким, чем потеря вставных зубов перед сотнями камер? Не стесняйтесь ставить лайк галантности ведущего. Похоже, что Человек-паук появился здесь в качестве гостя телешоу. Однажды утром вы идете по стекос и сталкиваетесь с этим козлом. Она выглядела так уверенно даже после того, как с нее слетела туфля. Нужно быть смелой, чтобы носить на подиуме такую высокую платформу. Было так забавно, когда ведущая пускалась в пляс всякий раз, когда камера падала вниз. Микрофон был таким хрупким, или она просто слишком увлеклась? Она буквально горела. Он самый трудолюбивый журналист на планете? Этот слон отчаянно хотел попасть на телевидение. Не волнуйтесь, эти два игрока просто хотели немного скрасить новости. В этом шоу этой женщине пришлось использовать 100% своей силы, чтобы сломать 28 палочек для еды. Иногда вы просто не можете контролировать чихание даже во время съемок. Во время выступления на «Американский идол» Кэти Перри была так увлечена, что порвала штаны. Ведущий упал и забрал с собой экран, но, к счастью, с ним все в порядке. Камера, установленная на шоу, запечатлела этот единственный в своем роде момент. Она забыла, что на ней обувь с 41% вероятностью прокола. Вы думаете, что попасть на камеру для поцелуев – это романтично? Но что, если вы будете на камере для поцелуев со своей семьей? Члены команды лопнули от смеха, глядя на выпивающий живот этого мужчины. А теперь прогноз погоды от нашего корреспондента. Роуэн Аткинсон остался верен своему комическому характеру, когда получал награду в старом добром стиле мистера Бина. Ваши новости становятся слишком скучными. Позвольте мне помочь сделать их более интересными. Он был в такой панике, когда почувствовал, что декорации трясутся, и его лицо стало мемом. Месси и его товарищи по команде после победы чуть не выкинуло проводами из автобуса. В поединке по боевым искусствам между ведущим и Джеки Чаном понятно, кто станет победителем. Из-за холодной погоды нос этой журналистки вышел из-под контроля. Посмотрите на его выражение лица. Конечно, это совсем не здорово. Интересно, что чувствовал звонивший, увидев это видео. Илон Маск так был уверен в своем кибертраке Тесла, но в прямом телеэфире ситуация приняла неловкий для него оборот. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся завтра.